Что ж, начнем. Так. Это история. Какая-то летающая робот. Решила мусор выкинуть, слетать. Щелкни здесь. У нас есть подсказка уровня и, блин, как подсказка текущая, наверное, и подсказка всего уровня вот данной картины. Вот там мини-игра ее. Чтобы посмотреть подсказку, надо пройти мини-игру. Он доедает под еще раз. Так, ладно. Еще кое-что забыл. Ага. Можно щелкать только на те предметы, до которых дотягивается робот. Ага. Эй. Робот может собирать предметы, чтобы использовать их позже. Он складывает их. Вот сюда, где мышка. Мышка сверху там. Так. Меню нам показывает. Эй, дай мне руку и ногу. А ты мне дай игровку. Ну на. Где ты? Сейчас он к нам прибежит. На. Вот, играй. На тебе нога. Спасибо. Так, магнит нам пригодится. Башки наши. Да, мы же железные, это же магнит. Поедим. Некоторые предметы можно комбинировать. Как вот сейчас вот. Рука какая-то чья-то, типа. Какой-то укуренный. Или все уже. На вечное ржавение лежит уже. Вот если я не буду ничего... Вот нам подсказка тут. Типа, рука находится вот здесь, вот на дне этого маленького пруда. Опа. Так. Молодца. Правда, откуда он знал, что там рука, потому что вода явно непрозрачная. Ну взял нас, пнул. Безобразник. Вот он, безобразник. Опустить мост. Слушаюсь. Вечный робомир. Это уже так хотел. Да. Опусти мне мостик. Нет. Да не. Роботу такому маленькому нельзя. Чё? Почему? Он пригодится. Так, нет, я... А. Ага. Надо вставить. Вверх подняться. Здесь забрать. Сверху вставить. Вверх подняться. Еще подняться. И еще подняться. И еще подняться. Растянуться и достать.
разобьешь лампочку. Так. Так, нау. Краску в воду. Извините, что вам испорчу воды. Ой, нет. Супер быстрое осушение. Теперь я красавчик. Амос, опусти. Да. Ты полицейский. Идем аккуратно, чтобы он нас не запалил. Эти роботы дураки, их одурачить легко. Прыгай. Щит. Так. Так, что же нам тут делать? Ага, достать, да? Сейчас достанем. Спускайся. Так, сейчас накрутим. И... То, что нужно. Ладно, не знаю. Так. Растягивайся и прыгай. Тут мы крутили, чтобы она в нужную дырку втыкнулась, и мы смогли подняться и достать вот эту... Да, но у меня только одно слово — хреновину. Ладно. Фиговину. Так, это мы возьмем. Так, это мы насадим обратно. Где должно быть? Все. Ага. Так, можно на эту рельсу, можно на эту. По-моему, на эту. Откручивай. Я думал, она и это в рот засунет. Так, садись. Крути. Йеху! Черт! Блять, оттуда идет. Фу. Куда же прятаться-то? Да, куда-нибудь. Воспоминания. С этим чуваком. Мы такой маленький. Сидим, лепим. Испортил нам песок и нам на голову одел ведро. Вот эта тварь. И он сожрал уголь, по-моему, что ли. Или какое-то взрывчатое вещество, или горючее вещество. И как его такого толстого выдерживает ниточка такая тонкая. Кстати, сохраниться надо. Так. А это что за рычаг? Не. Ну нет, так нет. Так, это кнопочка. Ага. О, ключ какой-то. Возьмем. Интересно. Покрутить тут придется. Сказал, как маленький. Блин, она же полная. Зачем я ее... Щет. Себе же хуже сделал. Так, нажимай. Иди сюда. Садись.
Прыгай. Молодец. А этот ключик, наверное, сюда? Ну да. Так, открываешь. А это открываешь. Ой. Беда. Ой, беда. Что ж тут делать-то? По-моему, сёк. Где? Или не сёк? Так. А, мы поменяем. Он ездил как? Он поднимает, делает кувырок, выкидывает. Ну, мы, короче, поменяли, и он наоборот. Он сначала не будет не выкидывать, а с той стороны как раз в этот, в дырку, чтобы сбоку. Вот, он уже по другую сторону пошел. Он сейчас сначала сюда. Сюда-сюда. Прыгай. Сейчас нас захватит. Так, и вот сюда. Молодец. Четко. Маленький безобидный робот, мы можем только бегать. Сигареты есть? Нет у нас. Мы маленький робот, я говорю, мы не курящие. Но мы смышленые, а? Крутя. Отвалилось. Нет. Это с какой надо силой греть лампе, чтобы она так не жарила. Нет. Сигарету, на. Кури. От глаза прикурил луду. Будем... Я Джозеф, по-моему, Джозеф его зовут. Будем здоровы. И рука отвалилась, и я ее съем. Угу! Так, в ту дырку или в ту дырку, да, в эту? Я не помню. Ага. Кто же швабру туда положил, мне интересно. Куда ты ее выкинул? Я еще хотел в ту дырку проверить, что там-то. Может, там что-то было и полезное. Ну ладно, в той дырке бы сидел жучок. Он бы просто цапнул, и нас рука бы обратно бы вернулась. Вот так нанотехнологии мы тут собрали. И сигарету дали, и открыли. И напугали соседних сокамерников. У нас уже стаж сидения. А я могу открыть этот люк? А, да, могу. Здорово, пацаны! Видались фокус? Нет. Не видали. Что-то он не захотел туда прыгать. Mm-hmm.
слышу какие-то звуки скрипящиеся. Кто-то ржет. Аккуратно, тихонечко, не палясь. Вот это же там сидело. Отдай! Снова воспоминания. Сидят такие, им весело, им вдвоем хорошо. Никто больше не нужен. И эта тварь все испортила. Не повзрослел нифига. Так. Ну ты мне за это получишь. Знаешь, что? Вот тебе на. Так, а что делать, я не помню. Эта тварь меня увидит, не. Хи-хи-хи. Так. Пучек забрали. Так. Начудили уже. Падай. Не знаю, зачем я ищу это. Так, выкидывай, вылази. Тихонечко. Давай это пойти. Назад. Уже все сейчас. Все, сейчас уже все. Время. Фу, успел. Ведь такие я им открыл. Это тот, который пугался, кстати. Какого фиг? Ха-ха. Наша ловушка, маленькая шалость, удалась. Теперь мы можем. Спокойно. Блин, эти шарики зачем взял? Вау! О, наша камера. Она же открыта была, почему мы просто не вышли? Зачем мы через люк, когда был дверь? А, может я их только и открыл, эти двери. Ага. О, интересно. Чипок. Нет. Вот она сидит. Ау! Больно. Несмотря на то, что мы маленький робот. Понятно. А, по-моему, там на часах. Сейчас. Ну-ка, иди-ка сюда. Так много щелкать. Ага, 4:45 там на часах будет. Чуть позже скажу где. Ай, только не это. Блин, и как с этим бороться? Да. Я не знаю. Вот такую мини-игру надо пройти, чтобы...
А, я уже забыл, как тут все это делается. Тут надо очень аккуратно, ювелирная работа, можно сказать. Этими подсказками. Тоже геморроя немало. Даже несмотря на то, что ключик умеет стрелять. Это тоже много не дает. Здесь вот не задену, нет. И главное, вот ты вот проходишь эту всю подсказку, и тебе показывают картинку какую-нибудь там. И ее надо запоминать или фоткать, потому что потом опять приходится, чтобы ее посмотреть снова. Вот эту вот. Блин, нафига мне это показали? Это я все прошел. Блин. Так. Блин, чуть одна осталась. Я вижу головоломки. Ненавижу. Так, подожди-ка. Эту, наверное, лучше не трогать. Это если я покручу так. Так, посередине я сделал. Блин, одна, вот все время одна. Беда. Так, если на этой 3, на этой 3, на этой 4, значит мне надо вот на эту одну скинуть. Как? Не, подожди. Ага. Еще на эту одну надо. Или на эту надо одну. О, да ладно, у меня же IQ 3. Я не мог так. Батюшки, я знать головоломку решил. Которую, блин, для 6 класса, или 1-го. Я ее решил бы. Удивлен. Ну ладно, идем. Не смешно. Идем наверх. Ужас. Я боюсь этих. И это только начало игры. Так. На тебе. Ничего нет. А код от двери мы узнали вот откуда. Вот. 4:45 на часах. Какая-то... Башня главная. О, эти придурки. Эти дураки-то. Тут.
Лезь давай. Это у него бомба на спине. Иху, да не психи. Да, надо поспешить, наверное. Ну что может сделать маленький робот? Маленький добрый. Как дитя. Я этот ключ с собой таскаю зачем-то. Нам нужно получить зонт. А дайте мне зонтик, пожалуйста. Собачку мою не видел? Что тут надо делать? Ой, ноу. Так. Что это? Ничего. Тут легко тоже запутаться. Ненавижу я вообще головоломки. Так. Ты чё не едешь? Так. Так. Это беда. Так, если это сюда. Блин, еще мозги вообще не работают. Еще плюс. Так, это я передвинул. Ага, это. Штуки. Так, окей.
воли. Она не ездит, блин. Блин, мне так ничего не... Щет. Это сюда. Аллилуйя, ура, я счастлив. Ах, беда. Так, поднимаем. Ужас. Конечно, это все детский сад, наверное, для некоторых. С моими мозгами нет. Музыку послушали хотя бы. Спокойную. Клевую. Так, собачка там, он бегает. Или что там? Не знаю, этот мир. Такую... Прицельный огонь, да. Но собачку нам надо еще привлечь. Прыгай. Джозеф, по-моему, зовут его. Если нет, я его буду Джозеф называть сам. Оу, щет. Еще тут у нас какие-то. Так. Мы отправляем эту фиговину сюда. Так, она у нас, наверное, здесь где-то. Ну да, приехала. Это масло капать, чтобы собачку привлечь. Давай, будешь кушать? Пёсик, кушать будешь, нет? Я уж тебе наш. О, чую. А пёсик-то учуял. Так, слезай, слезай, слезай. Почему ты не слезаешь? Так, пуляй. Блин. Пёс, блин. О, он еще. Где, где? Почему у меня не срабатывает нифига? Я нажимаю. Так. И всех съел. Вот песик. Ваш мадам, наверное. Ну, хоть кто-то вместе. Идем. Мы не заржавеем. Мы спокойно прошли.
Так. И мы на новой, типа, локации. О, ребята, музыканты, здорово, коллеги. Опять эти придурки. Так, оп, остановился на своего друга. Вообще затолкал его. Да, у них одни развлекухи. Так, с тобой что? Кто свистнул? Кто у тебя там живет? А, труба забита. А, вот это место. Если бы мы не поскользнулись, мы бы сразу бы сюда попали. Такое мини уже путешествие прошли до этого места. О, нет, только не этот шахматист. Не трогать. Не трогать. Ой, ненавижу этого шахматиста. Нет. Вот они сидят где? Все три паршивца. Не хочу я к нему пока идти. Мог поймали. Налипку ленту. Лента нам больше не нужна. Лови сюрприз. Чар-чар-чар, мухи-мухи, пёх-пахи. Тырь. Взяли бодяр, стащили бочку. Бочку масла. Ох, напьёмся сейчас. Масло-то. На, тирабань. Оно прекратили нафиг! Шумят с 6 до 6. Было круто. Дело в том, что с этим обязательно надо играть в эти 5. Блин, в шашки обычные-то я могу, а тут целых 5 в ряд надо выстроить. И как мне его выиграть? А? Да блин, вот... Выстроишь 5 в ряд, выиграешь. Его не так-то легко выиграть. Ой. Козлина. Натура. Уже меня обыгрывают. Так. Ну, хитрый, я не знаю, как его победить. Так. Ну, естественно, если я положу слабо сюда, он поставит промеж. Вот мне еще 2 хода, если он меня не испортит, то я выиграл. Но он, естественно, поставит сюда. Ну да! Да блин, он урод, он меня бесит.
4 места планеты. Тут и места уже не осталось. Он нарочно мне на нервы действует. Это... Тут уж мест не осталось. Я ему буду тоже портить. Вот. Ни мне, ни ему. А фигу тебе. А, он хитрый, он заранее готовит там. Так, 4. Тут уж места нет. Тупо заполнил. Мне осталось это. Ага. Так, ладно. Надо вот, наверное, свои хитрости есть. Ага, сейчас выиграет. Да блин, вот он уброд. Чует, что я хочу, вот. Может, тут правило креста какого-нибудь? Блин, вот 3 на 3 я бы, наверное, выиграл уже давно, а на 5 вот. Может, в принципе, он дикая зараза. Да куда ж ты поставил? Ну, блин, бесишь меня. Как же ты меня бесишь. Как же ты меня бесишь. Я уже там и так не выиграл. Почему он первый ходит? Еще дело в том, что он ходит первый в какого-то фига. Хитрый пацан. Вон что ты делаешь. Да вот фига тебе. Нифига себе. Вот как я так просмотрел. Он сейчас с любой стороны поставит, и он выиграл. Я вот... Тот раз с ним пилился, и сейчас пилился. Да блин, я не сюда поставить хотел вообще. Ну, щет. Хитрая скотина. Так. Блин, опять он выиграл. Облом тебе. Он с двух сторон бы уже поставил и выиграл. Как же ты меня бесишь.
Три не надо допускать, наверное. Раз, два, три, четыре. Что-то сюда еще один может поставить. Ага, и вот тебе облом. А, он вдруг... Щит. Мои мозги ломаются, ну... Боже, прекрати, ломаются мозги. А если через один играть? А вот хрен тебе. Так, он тоже хитрый, зараза. Я вообще не сюда хотел поставить. Ладно, не суть. Ага, он так и играет, да. Через один. Через один, но пучно. Блин, это... Я не шахматист. Шашник высокого уровня, блин. Ха? Было пять раз? Я даже не смотрел. Блин, да ты меня бесишь. Ты меня бесишь. Ты меня бесишь. Я не могу успокоиться. Вот надо же быть такой скотинкой. Да блин, он опять выиграл. Без него, вот из-за него я даже продвинуться не могу. Надо же быть такую... Я молчу. Опять выиграл. С двух сторон. Так, если построить... Он прям вот маскируется, ну, блин, рядом со мной как-то. Блин, меня просто раздражает, почему он первый ходит. Это плохо очень, дико просто. Уже 4. Блин, как я не досмотрел. Вот он дурак, он мог сюда поставить и выиграть. Но я поставлю сюда. И тут уже может выиграть. Блин, я не знаю. Как мне его обыграть? У меня нет такого высокого интеллекта. Он как-то буквы Г сейчас подставил. Блин, не туда хотел. Пускать его три, да и... Так. Да я не сюда хотел поставить. Так, ладно, пусть, допустим. Допустим. А, блин, опять 4 он набрал. Сколько я тут час с ним буду торчать? Я
солнышко тебе. Если я буду ему все время закрывать, я так себе ничего не сделаю. А если... Три, не надо ему, я ему три не дам. Собрать. Так. Три, три нету, все нормально. Можно о себе подумать. Явно что-то задумал. Так. Я где-нибудь могу построить? Он чует, что у меня сейчас двойной ход получает. Ну, блин. Так, если я сюда поставлю... Вот хитрый он тоже, зараза, блин. Да я вот сюда, куда он сейчас поставил, я хотел поставить. Мышкой туда ставит. Блин, опять он выиграл. Буду и ему мешать, и себе через один штамповать. Так, тут уже 5 он не... А, 2, 3, 4, 5 не берем. Да ёб... Опять? Да. Он так и так выиграет, если даже ничья. У нас просто намного меньше, нам и ничья нельзя. И он первый ходит, мне это бесит. Так, тут надо поставить. Так, вот здесь надо поставить. Хрен тебе. Не знаю, зачем он туда поставил, когда. Ну ладно, пускай уже знает. Такое ощущение, что я могу выиграть. Так, если я поставлю сюда. Главное не ошибиться. Сейчас с другой стороны поставит. Да, я выиграл. Ура!
Обломись, дедуля, или кто ты там? Вот тебе, фигу. Кукиш на постном масле. Ура. Свершилось. Ты, я чемпион, я чемпион. Нет. Мы выиграли. Фу, блин, заколебался я с ним. Сколько вот времени я потратил? Дофига. На, вставляй. Поиграем мне что-нибудь с бацей. Давай задрали уже, хватит играть, тут с 6 до 6. Цветочек. Так. Тут, по-моему, нам делать больше нечего. Пока что. Кто-то молится куда-то. Не знаю, что мне с этим делать. Какие-то знаки. Ой, разбираться надо. Обо-бо, когда такая фигня, что-то происходит. Ладно. Хигакс. Старинный робот. Маслица, дай мне маслица. Маслица найти надо. Так, ладно. Там сидит, поэтому не пойдешь, да? Подари гуди. Так, ладно, сюда. Жм. А парень-то у нас веселый, так. Вот фиг знает, что тут делать. Вставляю и кручу, и смотрю на бумажку. Ладно. Ок. Так, крутим. Подожди-ка. Не-не-не. Так, символ. Как в этом разобраться? Подожди. 7-7-7. Девять. Чё? Такая загогулиная 7. Такая штука и 7. Такая штука и 7. Солнышко и 7, что ли? Так, нет. Ладно, что тут на бумажке-то? Почему он бумажку не может прочитать? Эй! Что с управлением иногда? Так, загогулиная 7. Так, это у нас... Вот. О-о-о, пойду помолюсь.
Так, такая фиговина 7. Как ее отпустить? Не хочу больше. Все, помолился я. Спасибо тебе, часовня. Так. Это что-то произошло. Смотри, сзади нее. Ага. Какая-то загогулина. Ага, вижу, и 6. Там и солнышко и 6, что ли, было? Часовой пошел. Тихонечко туда. Что бы это значило? Звук такой, типа, обслуживания, что ли? Опа! Взяли и забрали. Все, тут вроде больше делать нечего в этой башне. Так. Йом! Туда сходим. Так. Кошка электричества, ага. Кошка нужна. Блин, убежала. Что такое? А что я сделал, не понял? Такая прикольная. А зачем мне сюда залазить, я не понял. Держи ее, держи! Кошка. А, понял. Ага, я понял. Так, нет, сначала. Это не смей брать. Эй, ты куда?
Эй, ты куда? Мне нужна эта штука, ты чё, офигел? Дай. Бум. Ты взял, забрал, а? Бесстыдно. Кусочек-то. Так. Я не пойму. Так, это у нас. Ага. Так, у нас фиг разберешься тут еще. Так. Угу. Угу. Блин, а это. Электричество включил. Прости, кот. Вот, прости. Прости, прости. Прости, кот, прости. Но? Ты нам нужен? А он все равно кот-робот, он больно ничего не почувствует. А, держи его. Блин, нет. А вот эффект. Поджарили немножко котенка-то. Тоже сожрали, всех едим подряд. Так, нам надо туда спуститься. Что ж, и, наверное, здесь закончу пока первую часть. Это был диджей Vigilant.